И всем привет, ребят, с вами это я, Кстеркстрим. И сегодня мы будем играть в игру Roblox. Давно на моем канале не было игры Roblox. И я зашел на карту там, где очень много игроков на этой карте бегают. Очень много прям на этой карте. Это самое популярное. Ну, еще там может есть питомцы одевать. Но это тоже популярное. Что я тут хотел сделать. Сегодня мы будем играть вот такую вот игру. И тут у нас вот такие вот всякие машинки. Можно на этой машинке ехать и так далее. Так, давайте сядем на эту тачку. Все, поехали. Сейчас мы куда-то вот сюда. Короче, в этой игре можно все практически. Тут и можно и на красный светофор ехать. Короче, это какой-то город, типа, можно сказать. Тут все, в принципе, есть. И, в принципе, я тут вообще играл. Очень много здесь кто заходит. На эту карту поиграть. Это что у нас? Это фиг его знает, что это такое. Если... Давайте поедем обратно. Так, обратно говорю. Поехал. Вот я на тачке, видите, еду. Тут. Так что, давайте сейчас мы... Поедем, как его, на эту, где я буду спускаться, короче. Давайте я сейчас, ой, не спускаться, а такая горка водяная. Сейчас я приеду туда. Как вы видите, дождь уже прошел, и я приехал на этот самый большой дом. Вот, и тут, куда я попал? Чё? В принципе, я не знаю, что это. О, нифига себе. Давайте вот такой вот домик. Во, я тпхнулся на вот этот дом. Вот, смотрите, эти вот... Что это у меня грузится? О, смотрите, я купаюсь. Давайте вот сейчас покупаемся вот тут. Во, как тут. Анимация прикольная, как он купается. Вот это самый дорогой дом в Роблоксе. Так, откройте дверь. Дверь откройте. Что там, дверь как-то нельзя открыть? Окей. Тоже нельзя? Окей. Если нельзя, пройдем через другой дом. В принципе, никто не запрещал. Сейчас попробуем. Тоже нельзя? Сейчас я попробую как-то забраться. Можно здесь замаскироваться. Вот, смотрите, можно тут замаскироваться. Вот. Пишите в комментарии, еще снимать мне Роблокс или нет. Ну, я буду... Пробовать как-то сюда зайти. Так, давайте в первый дом зайдем. Вот он. Вот. Здравствуйте, это новости прямого эфира. Вот это. Кто-то тут пожар устроил. Окей. Вот это, вот этот дорогой дом. Вот он. Так, откройся. Вот, смотрите. Конечно, тут что-то все горит. Компик есть! Компик! Давайте сейчас будем геометр Даши убиться. Погнали! Окей, все, я победил. Погнали. У нас тут ванная. Ванная. О, тут, ребят, можно еще прятки поиграть с каким-то другом, зайти на это. О, так, о, кровать ей даже. Нифига себе. О, нифига, тут даже шкаф есть. Ну да, это дорогой дом в Роблоксе, самый дорогой. Ну, да. В принципе, он дорогой. В принципе. Давайте выйдем отсюда, попробуем. Вот, можно что-то тут посидеть. Ой, ну нафиг. Что-то тут горит все. Как тут открыть-то? А, вот прыжок. Все, погнали, тут ночь уже. Давайте сейчас сбегаем вот этот домик, посмотрим. И пойдем посмотрим еще в какие-то дома. Напишите в комментарии, еще Roblox мне что-то снимать об этом. Напишите в комментах. Я обязательно почитаю. Так, это у нас кроватка. А тут можно легче? Нет, тут я почему-то не могу лечь. Да, тут, конечно, люди много написали. В принципе. Угу, есть вот такая вот штука. О, смотрите. Да, очень прикольно тут, конечно. Вот. Давайте сейчас еще выйдем отсюда
И я буду сейчас просто выходить отсюда, как-то я сейчас попробую. Тут тоже опять компик есть, но я уже поиграл, все, я не хочу. Может, мне вот тут пожить? Я потом приду сюда, может? Не, я приду в другой дом, вот, и там буду жить. И давайте сейчас бегаем в ночью по горке, сполоснемся, в принципе. Нифига, тут машина припарковала. Сейчас я приду туда. О, смотрите, что я вижу вдалеке. Ну вот мы и пришли, куда я хотел. Давайте сейчас будем скатываться. Нифига себе, что тут есть. Да, это что? Не знаю, что это такое. Опа. А, это какой-то что-то по типу... Не знаю, что это такое, но это какой-то домик. Давайте вот сюда заберемся. Нифига тут как все реалистично. Так. Кубик. Не-не-не. Выйди. Вот сюда. Так, я хочу анимацию посмотреть. Вот такая анимация. О, как скатывается. Бум. Давай. Что там? Во. Да, реалистично. Плавает очень прям похоже. Так, давайте вот сюда, куда забежим к фонтанчику. Что-то вот по типу к этому штуке. Это у нас какой-то фонтан. Да уж. Не очень так мог забраться. Окей. Давайте вот сюда зайдем. И в принципе я буду наверняка ролик заканчивать, потому что я уже все, уже побегал. А, мы тут были. Мороженое. Мороженка. Здравствуйте. Такая я, в принципе, тут. О! Спидрам воруем мороженое. Все, я забрал. Как тут быть? Ага, все. Погнали. Полиция! Нифига себе! Давайте вот сюда сходим. Вот такой офис. Вот. Что-то наверх. Зачем наверх там, в принципе, посмотрим. Так, вот такой, это у нас, это, комната, как вы, с преступником, с, например, с каким-то челиком разговаривать, ну, короче, это комната, вон там была, где, типа, там преступники разговаривают с своими родными, или с другом, вот так, а преступник, ой, полицейский не слышит, походу, вот, окей, давайте еще мотик запустим сюда. Где у меня мотик? У меня тут мотик есть. Монстр трак! Нифига себе, у меня тут все есть. Так, я хочу мотик запустить. Идите. О, не-не-не-не-не. Вот сюда сядь. Вот. На! Их вдавил, походу. Я их задавил, походу. Ладно. Забирайте, хотите, забирайте. У меня, в принципе, все равно. Игровая комната. Я вот тут все останусь. Я вот тут останусь. Все. Все. Вот сюда спрячусь, все. А это что? Нифига, это что такое? А, ага, все понятно. Окей. Это что? Плей? А что тут? А, нифига, давайте. Окей, все очень интересно. Так, нифига, тут мотоцикл есть. О! Поехали! Нифига тут все реалистично! Да уж, очень круто! Ну ладно, ребят, если вам этот ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, с вами был я, Экстрим. Всем удачи и всем пока!